Вы зашли на мой канал Малахов Про. Канал имеет несколько направлений, которые отражены в соответствующих плейлистах. Целебная кулинария рассказывает о том, как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма. Природная косметика, как с помощью естественных продуктов от матушки природы сохранить свою красоту на долгие годы. Лунный цикл и народные приметы. Каждый день несет свою особую энергетику и особенности, которые надо правильно использовать, чтобы преуспеть в жизни. Библиотека. Здесь вы можете бесплатно посетить написанную мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать, как работают те или иные средства оздоровления, а также разработать свою собственную систему оздоровления и, что важно, задать интересующий вас вопрос. И кроме указанного, посмотреть другие плейлисты, в которых я рассказываю о своем опыте. Сегодня была тренировка. Я давно шел к сотне, в жиме лежа. Где-то года два, если не больше. Результат, конечно, не такой большой, но когда вы имеете возраст за 60 лет, какие-то старческие немочи и травмы вас одолевают. Вы даже и представить не можете в молодом возрасте, что такое может быть. И вот я ставлю 100 кГц, я сейчас пробую, как я их потяну или нет. Просто попробую, так сказать, полужимчик сделать. Есть, все. Я почувствовал, что смогу сделать. Так, теперь я готовлюсь. Отдохнул, подготовился. Теперь надо сделать полностью жим. Опустить до груди и оттуда мощным движением выжать эту соточку. Это цель для, будем говорить, старикана Цукермана, обремененного. Левый отстает, но ничего, все выжимаем. Итак, для обремененного такого уже человека, уже можно сказать, где-то в старческом возрасте, разного рода немочами и травмами, болями, пройти через все это, не бросить, когда ты не можешь ночью спать, через каждые 15 минут у тебя возникают боли то в левом, то в правом плече, где-то там в шее, локти болят. И это длится месяцами, бывает такое. Ты вот думаешь, да что ж такое, уже конец, что ли, что делать, как же ж этого избежать? Ну, тренируюсь, ну, немножечко делаю. Потренировался, все разболелось. Опять вроде бы прошло, потренировался, все разболелось. Это на штанге 80 кг. Я делаю заключительный подходик. Так сказать, заминочка. Опачки! Так, давят. Отрадно видеть и чувствовать, что вот в руки все-таки стали как домкраты. Боли практически ушли, вы давите. Как в молодости, это возвращение молодости. И вот он, последний, 10-й заключительный жим. Опустили. Да, все, харе. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов Про. Доброго здоровья и до новых встреч!